не миновать, не избежать. Все клево! Приветики! С вами в эфире ее магическое величество, бесподобная и неповторимая властительница Мьюни, принцесса Стар Баттерфляй и ее бесстрашная команда, капитан Пони Головая, сержант Келли и пробовщик Том. Марка, ты бы только видел, как мы разделались с этими злодеями. Они на меня такие, а я их такая вжух. А ты, Марка, с чем сражался? С пылью? Что, страшно тебе, наверное, весь день сидеть в этой безопасной, суперохраняемой башне? А это, наверное, твой доспех, да? Том, отстань от него. Ты же знаешь, что после вчерашней пати в замке был полный бедлам. Кто-то же должен был все это убрать. Марка – настоящий герой. И если бы Марка пошел с нами, он бы точно всех там уделал. Ну, конечно, всех-всех бы уделал. О, дорогой Марка, я так давно тебя... Вас всех не видела. Мне, конечно, очень неловко отвлекать, но Марка... Все плохо! Я без тебя не справлюсь, Марка, спаси! На мой дом напало стадо диких драконциклов! Ну что ты, не переживай, Гикапу. Много они не сожрут. Ты же знаешь, как они не любят летать на полный желудок. Да уж, вообще-то я тоже могу драться, и у меня есть магия. Почему ты не просишь о помощи меня? Ха, потому что у него есть меч. Не плачь, конечно, я тебе помогу. Тем более с уборкой я уже закончил. А у меня уже есть план. Сначала мы устроим пикник на полянке рядом с моим домом. Ох, я купила такое шикарное винишко. Естественно, чтобы приманить туда драконциклов. А потом, когда они прилетят на запах еды, мы проберемся ко мне и закроемся на все замки. Ну, естественно, чтобы драконы не смогли прорваться в дом снова. Совершенно естественно. Ну-ка стоять! Ай! О, посмотрите, что это! Кажется, это пыль. О, даже не пыль, прямо-таки грязь. Что ж, Марка, уборка еще не доделана. Прости, Гекапу, он бы, конечно, очень хотел, но понимаешь ли, служба зовет, все дела. Но ты не переживай, подруга. У тебя есть мы, и мы справимся с твоим обедом. Ой, бедой. Дорогие подписчики, не пропустите прямую трансляцию кровавой бойни из Неверленда только сегодня и только на моем канале. Делитесь ссылкой с друзьями и подключайтесь сами. Отец Марко, ты нашел лучший способ признаться девушке в любви. Уронить ее лицом в грязь. Алло? Дженна? Как дела? Угу. А как там твои куклы Вуду? О, уже в школу пошли. Как мило. Угу, ага. Слушай, да тут такое дело. Надо поговорить глазу на глаз. Обожаю порталы. Марка, у тебя проблемы? Да, я давно хочу сказать Стар, что она мне нравится. Никак не могу найти подходящий момент. Рядом вечно этот демон. Но хуже всего Гикапу. Марка, пойми главное. Несмотря на то, что Стар настоящая принцесса, а ты ни в чем не паш, несмотря на то, что она в совершенстве владеет магией, ежедневно спасает королевство, а список твоих побед закончился на том, чтобы собрать все наклейки Тако у Брики. Так и что? Ну, еще у нее есть роскошный демон-парень. Бессмертный, богатый и знаменитый. А ты одинокий мальчик, мексиканец, пубертатик. Дженна, я примерно понял тенденцию. Что ты хотела сказать? А я вроде все уже и сказала. Дженна, я серьезно. Если серьезно, то по части психологии я не сильна. А вот воскресить кого-нибудь из мертвых могу. Ну, хочешь Фрейда, например? Говорят, он сечет фишку. Звучит как-то
небезопасно. Да все будет нормально. Надо просто действовать по инструкции. Так, садись вот сюда и черти круг. Пошло не так. Нападают посреди белого дня на беззащитную даму. Эклипса, ты попалась с поличным. Я слышал, что ты что-то стащила. Не понимаю, о чем ты. Но, Марко, почему у тебя такой печальный вид? Проблемы в школе? Неразделенная любовь? В каком-то смысле? Настолько неразделенная? Да нет же, это не она. Это Стар. Еще хуже. Мальчик мой, ты должен понять, что Стар очень тяжело в этом сложном мире лжи и интриг. Все, что нужно, это немного правды, хотя бы от близких людей. Если ты продолжишь скрывать свои чувства, принцесса станет замечать это. Расстояние между вами будет стремительно увеличиваться, и в какой-то момент... Френдзона! Ромбулус мне в ноги! Что произошло? Мы едва спаслись! Если бы Дженна внезапно не появилась в Неверленде и не отвлекла драконов, я и не знаю, чем бы все это закончилось. А я говорила, что только Марко мог помочь. И что теперь? Том смертельно ранен, а мой дом разрушен. Да успокойся, твой дом в порядке, подумаешь, весь в драконьем дерьме. А вот у меня настоящая проблема. Бан на год за ненормативную лексику в гангстаграме. И мы до сих пор голодные. Что? Том, ты умираешь? Да, Марко. Это же идеально! Том, надеюсь, ты попадешь в рай и все такое. Полежи пока тут. Стар, я так долго искал подходящего момента. Знаешь, в этом сложном мире уже интриг. Мне хочется немного правды. Я должен признаться. Да, Марко? Признаться в том. Ну, Марко? В том. Ну? Простите, что перебиваю. Я тут все время думаю. А разве Том не бессмертный? Том, пожалуйста, не перебивай! Хотел признаться в том, что... Эклипса! Она украла твою магическую книгу! Фух, а я-то уж было подумала, что ты влюбился в Стар. Это уже даже не смешно. Марко Диас, неужели это настолько невыносимо сложно сказать? Ну что, что еще тебе было непонятно в жесте? Но момент, он же неподходящий.